Величайшие чудеса — это, конечно же, игры Кришны, где Он постоянно нарушает законы природы этого мира. Сегодня весь Брадж празднует великий праздник, потому что это именно тот день, когда Кришна поднял холм Говардхан и доказал на все времена: «Предайтесь мне, и я защищу вас. Не бойтесь даже апокалиптического наводнения дождевого, который послал Индра». Знаете, Индра, который послал дождь, был очень разочарован, когда Кришна остановил Индра-пуджу, поклонение Индре, и он стал таким разгневанным, что на Бриджабасе, которые следовали указанию Кришны, чтобы остановить эту ягью, что он послал те же самые облака, которые обычно используются, чтобы разрушить Вселенную, чтобы полностью смыть Брадж. Когда дождь начался, в некоторых местах говорится, что Кришна был в Пайте. Это где-то очень рядом с Гирираджем, прямо можно увидеть его. И он сказал своим друзьям, что вода прибывает, нам нужно что-то делать. Я подниму Гирирадж. И друзья сказали: не надо, не надо. Если Гирирадж упадет с твоего пальца, соскользнет, на всех остальных он упадет. Ты не такой сильный. Кришна сказал: сейчас я вам все докажу. И мальчики сказали: ну давай. И Кришна пошел к дереву, которое было очень древнее и высокое. И он взял две из самых толстых ветки и переплел их между собой. До сих пор вы можете пойти туда и увидеть эти ветки переплетенные. По крайней мере, я видел их, может быть, 30 лет назад. Может быть, они еще там. И пастушки сказали: хорошо, ладно. И Кришна побежал к Гирираджу, прорыл небольшой тоннель, затем поднял всю гору. В то время Гирирадж был огромный, но он не упал ни влево, ни вправо, не накренился. Конечно, один-два камушка упало, но гора оставалась, как будто она невесомая в воздухе. И Кришна пригласил всех своих преданных прийти и принять прибежище под этой огромной горой. Он организовал все для них. Пастбище с прекрасной травой и для коров, дома для Бриджабаси. Но ни коровы, ни Бриджабаси не воспользовались этими прекрасными предложениями. Они провели 7 дней и ночей, просто неотрывно глядя на Кришну и пропитывая свои души прекрасным даршаном Кришны. На самом деле, они были очень благодарны, потому что в противном случае, в обычные дни, Кришна уходил из деревни Вриндавана по утрам, а возвращался только по вечерам. Так что весь день проходил где-то вне. Но теперь день и ночь они смотрели на прекрасные части тела Кришны. И знаете что? Им было не скучно совсем. Когда мы смотрим на объекты этого мира, через какое-то время цвета начинают блекнуть, и мы развиваем определенную вайрагию. То есть мы не видим иллюзорные цвета больше. Мы становимся... Нам уже не интересно. Но с Кришной, чем больше вы смотрите, чем больше вы воспеваете Его святые имена, чем больше вы
общаетесь с ним, он все больше и больше нас интересует. И преданные сегодня празднуют, как Кришна защитил их, подняв гору. Они очень ценят этот день, потому что они, им также нравится помнить, что, приняв эксклюзивное прибежище в Кришне, а не в деньгах, разуме и собственной силе, и в своих связях, а только в Кришне, все проблемы будут решены. Мы будем праздновать Говардхан Пуджу прямо рядом с холмом. Может быть, мы потом разместим фотографии, где мы организуем некоторые гирираджилы, будем петь, танцевать, может быть, у нас будет спектакль. Так что да, мы прославляем Кришну. Увидимся завтра.